установка для одиночного отстрела и для массового. So there is a special equipment to release one of these tubes or massive tubes. Соответственно, это происходит таким макаром, оно вставляется. Здесь крышка. Соответственно, ударник сюда срабатывает в капсуль. И плюс вышибной заряд идет. То есть, ну давай. So the piece of explosive push out tube from the barrel of the cannon. Происходит выстрел, она вылетает. It flies. Летит, переворачивается, становится вот так вот. Turn down, stands like this. Благодаря вот этому капсулю. By this capsule. Он срабатывает и выбрасывает отсюда 4 мины в радиусе 40 метров. So it's activated, stands like this, then explosive piece drops itself, drops four landmines for 40-45 meters.